Друзья мои, ну что, я еще в успехе. Оказывается, то, что я прошла, это была только маленькая часть этого огромного магазина. Посмотрите, какие здесь красавчики, сказочные герои для полянок на даче, для украшения. Посмотрите, цены какие. Вот. Видите, какие красавцы, вот он какой, красавец, 1470, ух, а этот 2810, охранник, какие всевозможные фигурки, друзья мои. 2436 вот этот вот пес. Ой. Ну, покупают, конечно же, раз привозят, значит, люди покупают. Ну, почему нет? Вот она курочка, вот он петушок, или нет, это курочка со своим выводком, и стоит это 2220, друзья мои. Вот она, лебедь черная. Красотка. Ой, чего только нет. А вот она, буренушка. Эти горшки всевозможные. Всевозможные горшки. Вот цены. Ну нет. О, посмотрите. 6280. Посмотрите, какой бычок. Ух ты, красавец. Вот они, коровки. 7570. Хрю-хрю. Хрюнделек, он какой красавец. Горшочки какие. Цены. Горшочки, конечно, я хотела бы сказать, что блеруашки, конечно, выбор поинтереснее, друзья мои. Здесь более-менее как-то так по-простому, по-простецкому. Вот так. Вот она, наверное, бабка денежку просит. Ох, они какие! Положите нам монетку, да? Ой, 5790, фигурка нищего. Да, друзья мои. Нет. Вот это, конечно, полный трэш. Хочу чихнуть. И согласиться с собой. Я вообще даже не знаю, кто может это купить. Ой, все-таки чихнула, друзья мои, на свой участок. Будь здорова, Неля. Это, конечно, обалдеть. А вы как считаете, друзья мои? Тоже как я? Или у вас другое мнение? Напишите мне, пожалуйста. Ну вот. Горшки. По такой цене. Хочу вам сказать, что горшки очень дорогие. Кстати, Леруа Мерлен, они тоже дорогие. Ну, а здесь всевозможные вот лопатки. Снег отгребать. У нас снег сам тает. Вот так. Мы приедем, его уже не будет. Вот здесь вот тоже всевозможные фигурки. И вот там еще один отсек, и еще один отсек. Здесь укрывной материал. Вот так. Вот цена. Вот так. Я в этом сезоне пока не буду укрывной материал покупать.
Надо сделать ревизию у себя на даче и посмотреть, что там у нас есть. А так, конечно, можно бы... Ну, тут еще, наверное... Хотя я думаю, что уже тут уже все подкупили. Друзья мои, ну вот на этой ноте я заканчиваю свое видео. Прогулялись вы со мной по нашему главному успеху города Кемерово. Друзья мои, всем всего доброго, хорошего дня. Пока-пока.